Всем приветики, мои секретики! Вы сейчас на моем канале Secret Talk'а. И как вы поняли, у нас сегодня будет влог. Ну а точнее, мы полетим в Африку на практику. Как вы знаете, мы вместе с Лео учимся на дантиста в университете. И вот, нас специально на практику отправили в другую страну, чтобы мы попробовали, например, поставить пломбу или что-то типа того. Поэтому нас, всех студентов, отправили по разным странам. А мы с Лео полетим в Африку. Лео, поздоровайся с подписчиками. Всем привет, ребята. Мы, кстати, купили вот такую новую черную сумку. Зацените. Ну ладно, все. Полетели? Да, полетели. А то мы сейчас еще опоздаем на наш рейс. Здесь сейчас у нас проверят паспорт и билеты. Так, Лео ставит наш багаж. Все, пойдем. Пойдем. Так, я полечу с рюкзаком, поэтому мне его сейчас нужно вот сюда положить на проверку. Ну, а теперь мы сами сейчас пройдем проверку. Проходите. Следующий. Угу, проходите. Сегодня мы полетим на самолете без телевизора. Все, я взяла самое необходимое, это телефон и, конечно же, деньги. И сейчас мы уже полетим. Ну все, мы полетели. О нет, меня опять укачало. Ну, Лев, ну иди сходи в туалет. Ну я не могу, мы же все пристегнулись. Точно, ну потерпи немножко. Пакетик может дать? Да. Сейчас. Ну что, ребят, все, мы прилетели. Сейчас будем ловить наши чемоданы. Вон наша сумка. И вот чемодан. Все прекрасно. Можем спокойно идти. Ну что, ребят, все. Нас уже заселили в наш нужный дом, в котором мы будем проживать определенное количество дней, пока будем практиковаться. Мы с Лео уже разложили все наши вещи и сейчас пойдем кушать. Потому что мы не ели в самолете даже. Тут все так довольно скромненько и все такое маленькое достаточно. Ну, вы же сами знаете, то, что Африка это одна из самых бедных стран в нашем мире. Я думаю, что потом проведу рум-тур по нашему вот этому месту жительства, а точнее по нашему дому. Так, посмотрим, что у нас в холодильнике. Мы прикупили так немножечко еды, успели заехать. У нас тут ананас даже. Купили зачем-то, не знаю зачем, ну ладно. Так, возьмем сок. В общем, тут только вот такие маленькие кружечки. То есть, вообще, я вам говорю, реально все очень скромно. Но мне кажется, что это выглядит даже довольно-таки прикольно и необычно. Приятного аппетита тебе, Лео. И тебе тоже, Силе. Кстати, время 7 вечера, и поэтому у нас отключили весь свет в квартире абсолютно. Это делается во всей Африке. С 6 вечера выключится абсолютно все. Даже зарядить телефон невозможно ночью. Поэтому приходится сейчас пользоваться вот такими свечками. Но хорошо, что мы с Лео взяли пауэрбанк. И с помощью него сможем зарядить наши телефоны. Ну а мы принимаемся ужинать. Зато я вам могу сказать то, что еда здесь очень вкусная. Это вообще не сравнится даже с нашей Англией. Ну, а я сейчас буду мыть посуду. Впервые за 2 или 1 месяц. Потому что, как вы знаете, у меня дома посудомойка стоит. Что ж, давайте вспомним наши времена, когда я мыла посуду. Так, мы вкусно с Лео поужинали. Сейчас, наверное, пойдем уже чистить зубы и ложиться спать, так как смысла просто так сидеть, мне кажется, нет. Без света неинтересно. Ё-моё, я ничего не вижу. Сейчас принесу свечку, подожди. Ай! Ты чего там, Лео? Ты жив хотя бы? Да я жив, просто крышка от мусорки упала. Ну, ё-моё, Лео, я уже напугалась. Как круто. Очень романтично. Соглашусь. Спокойной ночи, Силе. Спокойной ночи, Лео. Спокойной ночи. Господи, доброе утро мне. Сейчас попробую включить свет. Не включается. Нужно будет посмотреть, во сколько включается свет утром. Лео, просыпайся. Твой будильник уже давно прозвенел.
А, да, хорошо. Держи. Пойдем завтракать? Пойдем. А, тут же есть фрукты. Давай поедем ананас? Давай. Он довольно вкусный. Да, я с тобой согласен. Так, я сейчас приготовлю для нас кофе. Попьем и уже пойдем на практику. В общем, все, ребята. Сейчас мы будем выбирать, что же оденем. Я думаю, что нужно одеть какую-нибудь приличную одежду, чтобы выглядеть, естественно, прилично. Так, ну, я думаю, вот это платье подойдет. Так, пижаму мы складываем вот сюда. Угу. Мы, кстати, еще взяли купальники, потому что думаем, может, у нас останется время, и мы сможем сходить и покупаться. Так, что же мне надеть? Ты не можешь определиться с выбором? Ну да. Так, ну я думаю, что тебе подошла бы вот эта футболка с джинсами, как ты вчера и был. Это довольно деловой и нормальный прикид. Тогда надену это. Так, все, сейчас я возьму сумку и пойдем. Я возьму маленький рюкзачок. Хорошо, пойдем? Пойдем. Так, все, мы зашли в стоматологию. Здравствуйте. 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 Вы пришли на практику? Вы студенты? Да, мы студенты. Пришли на практику. Хорошо, сейчас я позову вам нашего главного дантиста. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам очень приятно, что вы к нам приехали. Проходите. Угу. Итак, сегодня мы проводим ознакомительную часть. А точнее, я вам покажу, как мы обычно ставим пломбы и многое другое. Постараюсь вам все объяснить подробно. Хорошо. И для начала нам нужно промыть все руки очень тщательно перед процедурой. Так, ребятки, вы должны будете сейчас надеть маски. Маски? Да, это обязательно. Вы что, не знали? Мы их забыли дома. Я тоже это вспомнил. Что вы говорите? Мы их дома забыли. Это плохо. Ну, значит, сбегайте сейчас за ними куда-нибудь в магазин. Они продаются тут неподалеку. Хорошо. Только быстро. А то мне скоро уже начнут приходить мои пациенты. Хорошо, мы постараемся как можно быстрее. Побежали. Только мысли могли так лохануться. Так, все, мы пришли уже. Молодцы, как раз таки вовремя. Надевайте маски и пойдемте. Угу. Так, сейчас позову нашего пациента. Боже, я боюсь. Не бойся, Силия, все будет нормально. Надеюсь. Так, сначала мы с вами будем лечить зубки у маленького мальчика. Привет, малыш. Привет, малой. Привет. Так, нам нужно удалить вот эти два зуба, которые здесь показаны. Что ж, мальчик, давай приступим. За мной. Итак, мы должны будем эти зубы удалить. Сначала мы будем вставлять обезболивающее. Вот этот шприц. Если что, то их можно проверить вот на этой стеклянной поверхности. Вы же это уже изучали? Да, мы начинали это изучать только. Да. Ну, я вас просто знакомлю же. Пойдемте. Итак, значит, вставляем мальчику обезболивающее. Сейчас мы ему откроем ротик. Все, начинаем. Все, мы вкололи обезболивающее. Теперь нам нужно подождать некоторое время. А пока что мы с вами уберем шприц и подготовимся. Так, нам нужно взять вот эти щепчики, чтобы удалять зуб. Пойдемте, мои дорогие, время уже подошло. На этом наше видео подходит к концу. Если вам понравился этот видеоролик, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну а также ждите вторую часть. Всем пока-пока!